Раз-два, ёлки-палки. А, ребята. Утро начинается. Давай. Утро начинается. Здравствуйте. Начинается утро. Доброе. Второе Италия. Доброе, конечно. Так. Шерпы разъездили. Вчера там видели, что за шерп такой. Когда это? Куда ехал? А та, на Тойоте, на Хайлюксе что-то провозили туда, в сторону Сергия Посада. Угу. Он такой прям новенький какой-то стоит. У вас уже такой вот. Интересно, у нас боевой. Офигенно. А он плавает? Держи, вот канал на Ютубе у нас. По всей стране ездим, охота, рыбалка снимаем. Можешь посмотреть. А кто такой Герасим? Ты есть. Да? Все, сейчас будем смотреть. Давайте, заходите, подписывайтесь. Ставьте лайки. Да хватит. Сейчас на Аршинский мох поедем. Куда поедете? На Аршинский мох. Тверскую область. Великое озеро. Озеро Великое. Болото огромное, короче. Там дедулька живет посреди болота. Кто живет? Бабуль? Дед. Дед. Дедулька живет посреди болота, да, там. 30 лет. Домик там. Ну, там что? Дороги, да, поедем, продуктов ему завезем, там рыбу половим. Болото? Ну, ну там озера. Там около 20 озер. А на нем что? На нем пофиг, только ну, он плывет, вообще где хочешь, да? А его, наверное, только новым брать, да? Бушку, их нету будут. БУ нету? А кто будет продавать? Лучше ничего нету все равно. Да. Ну, небось, надежный, да, тут тоже? Ну, хорошая машина. Ну, удачи, Рита. Счастливо. Счастливо. Ребят, где находки надо собирать. Смотрел тут недавно канал, хорошая свалка. Даже такое показывают. О, трактор едет. Тоже тут у них своя мафия. Радиодетали на серебро собирают. Всякую фигню, цвет мед. Всякие раритетные приемнички, телефончики и прочую фигню. Привет, народ. Привет. Короче, мы выехали сегодня в гости. К деду Минею едем. Ну как гости, мы поедем там порыбачим и привезем деду Минею подарки. Тряпка.
ребята, в сутоках мост обвалился. Сейчас будем думать, как нам заезжать. Сильный фуджик, довези нас. Ну что, ребят, вот и началось наше путешествие. Мы на выходе к болоту идем. Ну, собственно, смотрите все сами. Ребята уже уехали, вот следы от вездехода. Можете на встали спят. Они много приехали ночью. Скорее всего, разгрузились и легли спать. У нас на вездеход установлены брызговики сзади. Сегодня как раз будем сравнительный тест делать. На втором вездеходе брызговиков таких нету. Посмотрим, как будет по грязи. Что с их кунгом будет сзади, что с нашим. Ребят, мы тут реально всплываем. Да, на болоте сейчас жесть. Вот, ребят, мы сейчас смотрим шерп первый, который приехал. Ребята, походу, по несанке уехали по старой дороге. Мы сейчас развернулись. Там все в завалах. Посмотрим, как они, где они встали там. Умылись мы болотной водицей, ребята. Ой, свежо нам сейчас, хорошо-то как. О, да. Проснулись мы оба. Проснулись, это точно. До самого болота в это время года. Thank you.
таком болоте поворот происходит вот такими вот микродвижениями, чтобы не было разрыва тяги. Прям микро-микро-микро движения, и за счет этого тогда происходит нормальный поворот. Поедем кататься сюда. Да, ребят, начинаются деревья, уже, значит, будет попроще ехать. Ковер поплотнее. Будет где клюква, вот. Высадить тебя? Мишка хочет выйти на почку. Ребят, там была прямо красная-красная почка, вся клюква. Ну что, Мишка геройски решил выйти. Все шевелится. Все, передумал ты. Ты же пройдешь за мной туда, Миш. Хватит жрать клюкву. Давай поехали. О, самый старый мне выпал. Самый вкусный. Хорошая клюква, не такая кислая. Квадроспорт 4 будет проходить вот на этой трассе. Надо будет проехать 100 метров. О, мы трамвай. Ребят, провода, смотрите, висят так. Мы как трамвай едем. Или как, не, как троллейбус. О, опять контактный рельс подцепился. Ага. Так, начинается интересное. А вот и шерп прошел. Старый след наш. Да, посмотрим. Нет, вот. Наш след старый, свежий. Прямо. Куда-то туда. Да, ребят, нам куда-то прямо. Ну это хорошо, здесь такая грязища будет, но мы проплывем легче. Здесь ГТС утонула это самое. О, ребят. Нет. Ну да, ну да.
идет только одна дорога. Как ты поживаешь тут? Да вот как это. Я смотрю, бодро шевелишься так. У меня стоят нережи и непроверенные с тех пор, как уехал только. А он уехал, наверное, числа. Так, 14. Их, наверное, и не поднять сейчас. Кого? Нережи-то. А-а-а-а. Рыбы-то полные. Да хулиганы. Привезли мы тебе сапоги. Как? Штаны со штанами? Да, вот такие. По грудь. Ну тогда сами оденьте пока. Ты я будешь одевать, что? Будешь сам проверять. Чего? Я затяну время. Не-не-не-не-не. Так а мы тебе их оставим. Ну, спасибо. Так а это тебе привезли. И Тонко знает. Да. А он не едет. Я ему звонил, спрашивал, он говорит, как раз тебе сапоги нужны, вот я тебе и купил. А он-то не думает ехать. Он думает, у него спина болит. Ну вот, ребят, добрались мы до Минея. Миней бодрый, веселый, еще и собирается Мережи проверять. Говорит, сапоги мне привезли, нет, какие-нибудь. Ой-ой-ой. Где же вы спать будете? Нет, это... И антенна для телевизора, елы-палы. Мы едем посмотреть. Ну что, дед Миней, смотри, тут тебе подушка новая. Ага. Одеяло новое, ага. Будет. Да. Вот тебе на лето стеганое одеяло. Вот тебе сапоги модные. А вы попробуйте сами в них. Не, а? У меня они большие будут, я не полезу. У меня другая рыбалка. Не, ну я. О! Дед Мини, опять тебя завалили продуктами-то, а? Масло тебе он. Да понятно, я... На, вон тебе, смотри, пилотку на 9 мая-то будешь отмечать. Держи. Да, уж более нежные. Вот тебе консервов еще. Да. Ветчину ты у нас рыбу не ешь, свинину не ешь, он там всякая коровья ветчина, короче. Да. Вот. Ну все, примеряй обновки. Я примерять не буду, я поведу, чтобы вы проверили. Не, мы не пойдем. Я не пойду точно проверять ничего. Мы поедем, мы... Будем это самое, там. Клад искать опять. Да. Ты что вы, матушки? Клад будем искать. Ну неужели так вас это... Ой. А что у тебя тапки-то, они худые? Так у меня сапоги есть, а, везде, ну, ходят. Да, это я так тапки хожу. Так. На 9 мая оденешь, салют, спасибо, будешь давать. Дед, спасибо, вот. А сегодня какое число? Сегодня какое число? 29. Ой, как месяц долго тянется, ой. 1 мая скоро. Да. Это Гер, матушка, ты все организовал. Ну, это не я, это вот ребята молодцы тоже, это сам так, привезли. Это... Ну все, перетаскивай, ну, потихоньку. Подожди, хорошо. Как ты сам ловил? Сам ловил? Ну, мы кружки ставим, на кружки ловим. Там где-то... Вот. В Астрахани? Нет, в Астрахани. А, в Астрахани? Ловил, да? Там большую рыбу, да. И привез домой? Да. Молодец. Не было плохо, трудно тебе? Самов, сазанов ловили. И самые большие есть? Да, жереха ловили. Я не знаю жереха.
Здесь расстояние небольшое. Пешком. Тяжело, разлилось болото вообще сильно. Я знаю, я понимаю все это. А я за 2 часа дохожу. То есть, когда вот почту носил, туда и назад пешком. Бывало. О, блин. Да. Дед Миней, это еще тот болотоходец, ребят. Серьезно? Ну как ты зиму-то пережил, расскажи нам. Мне кажется, март, апрель страшнее зимы. Да? Да. Я вроде жду вот-вот название весеннее, а все равно холодно. Ага. Вот, ночь, ну да, холода были же, да. Да и вот я так и сплю, вот как есть, и сапоги, и все, и так и сплю под одеялом. Знаешь что, это туда-сюда, поехали хоть сейчас, меня брали туда, где они. Им платить приходится меньше за что-то, где они какими-то числятся, а за то, что они престарелый дом содержат, угу. Им меньше платить. А, дом престарелых тебя, да? Да, звали? Да, вот. Туда-сюда, я говорю, я уж и не помню. Не захотел ты туда ехать? Да нет, а как их бросишь, Коша? Вот, нет, только столько, как выйдет. Пока живой, буду здесь. Потому что здесь я хозяин. Гера, а что ты приехал вроде бы? Как поправился? Да не. А? После зимы, наверное. После берлоги. Да, после берлоги, не говори. Ой, это не по твоему намеку, нет? Не, ну они по видео видели. А, да? Видео мои видели. Вот к тебе и приехали, гостинцы тебе привезли, видишь? Не говори. Знаешь, что здесь Дед Мини есть? Все ты организовал. Вот, так что. Зимой-то заезжает кто-то? На снегоходах еще кто-то? Сейчас. Да тут проезд у меня, вот здесь и есть зимой проезд. Вот здесь. Ну, я уж забыл. Ты да забыл что-то. Как? Ты забыл что-то, не верю. Ты же ничего не забываешь. Дед Миней ничего не забывает. А что это, тебя кто смотрит? Конечно. Ну, потом в кино будешь. Ой, да. Не помню, кто чего. Ну так, заезжают, кто-то, гостинцы-то какие-то привозят, оставляют что-то, продукты какие-то. Такого нет, я имею в виду только-только. Только-только, да? Да. Лед-то весь сошел сейчас уже, да? Да. Уже нет. Вот. А это самое, гусь летит, нет? Да, если признаться, я на улице мало бываю. То, ну, слышу иногда. Слышно, курлы-мурлы. Да. А то есть и курлы-мурлы и у фермера. Ну ладно, Миней, перетаскивай все. Ага. Хочу, я перетаскивай, мы еще заедем к тебе. Мы поедем сейчас туда, вон. Так вы будете ночевать где? Там, на острове будем. И дяденька тоже, да? Да, они тоже туда поедут. Ага. Они не знают, куда, может, дальше куда-то поедут. Нет, еще. У нас же в вездеходах вся ночевка. Да. Так что вот так вот. Ой, спасибо. Все, разбирай гостинцы. Гера, а ты надумал кушай. В это время, ты надумал или только? Да не, я надумал сам, что приехать. Хорошо. Да. Все, разбирайся, Гера, кушай. Я не знаю, какая радость, что ты сотворил. А я думал, ты проверять будешь здесь. Не, сам проверишь, тебе двигаться надо. Я хочу тебе, чтобы рыбы достал. Не надо мне рыбы, Миней, у меня все есть. Я же не за рыбой на рыбалку езжу. Понятно. Ой. Все есть, все нормально, не переживай. Ой, это, слушай, а как ребеночек? Хорошо. 5 уже сейчас будет. Больно ты здорово совершил мне. Гер, ну что, ничего хитрого нет, золота никакого. Ничего не надо, Миней, все. Оружие тоже. Ничего не надо, все хорошо и так. Ну ладно, тогда. Все хорошо и так. Давай, главное, живи, радуй нас. Ну, когда, да, конечно, можно жить. Да. Когда такие люди есть, можно жить. Ну все, ребятки, вот пусть Миней разбирает подарки. Ага. Ему тут таскать на полдня еще все это дело. Вот. Ну, главное, было бы что таскать, да? Да. Ой, даже. Вот. Сейчас примерит штаны и пойдет проверять мережи свои, рыбу кошкам. Ловить себе.
ставили мы все брызговики с парка. Мало того, что они нам 5 лошадиных сил добавляют. Ну а что, нет что ли? У вас что, не было на девятке никогда брызговиков с парка? Были. Вот мы себе тоже поставили. Но говорят, черные мало добавляют, красные круто добавляют. А вот ребят нету, и как бы кунг закидан. Но это еще, учитывая то, что они шли по болоту, все-таки омывается, ну, споласкивается все. Где-то по воде прошли еще что-то. Ну вот так смотрим, как бы помогают. Имеют право быть. Как кунг выцветает. Все. Ой, ну молодцы. Твои боги. Боги мои. Все, дед Миней, поехали, давай. Ну ты проверяй, проверяй, Мережа-то, кошек кормить надо. А я не пытаюсь. Обуматься надо целый день. Я не обуматься. Пускай, болится подруга. Ковер Миней не порви. Вот так, ребята, Миней все хуже и хуже ходит, хоть и хорохорится, конечно. Но тяжело ему. А тут он рыбку ловит, вон лодка его стоит, где-то там у него мережи стоят, ловит рыбу на них. Минею можно, Миней местный, Минею пофиг. Он кошкам рыбу ловит. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.